около 10 утра. Мы уже в Барселоне. Мы приехали узнавать дела, делать дела по поводу наших штрафов, которые пришли. Точнее, они не наши. Они владельцы машины нашего Ниссана. Вот, но штрафы пришли на наше имя. Вот мы вот подавали, помните, Ваня ездил, подавал заявление. Вот, сейчас мы идем обратно туда, чтобы узнать, приняли ли заявление, что решили. И нам еще один штраф пришел, правда, не такое большое, поменьше, но ну, все равно он пришел, и как бы это неприятно. И вот мы с двумя штрафами сейчас идем, в общем, разбираться, узнавать, что делать, как делать и как вообще нам быть. Вот. Огромное спасибо, ребят, за ваше сочувствие в комментариях, за то, что всякие версии написали. Насчет ревизии не знаю, нужно узнать, где ее делают на самом деле, потому что я не знаю, где у нас делают, у меня пуговица расстегнулась. Вот. Ну а так, машину посмотреть обязательно нужно. Вот. Но мы просто еще с Ваней логически рассуждали, как бы, и, в общем, не знаю. Ну что? Да, там дело в том, что подсвечивалось почему-то зеленое. Ага. Он говорит, нужно. Я говорю, есть какая-то разница? Он говорит, да, что нужно, чтобы синее было. Ага. Вот самое странное, что нам высвечивалось первые три зеленых. Ага. А здесь вообще синее. В общем, Ваня сейчас разговаривает про приложение, которое, ну, предназначено для парковки. Ты ставишь машину, в приложении включаешь там какую-то штуковину, и потом вот идешь, и оно тебе по мере времени, да, сколько стоит машина, потом тебе капает денежка. Потому что если так идти, вот автомат, а там нужно определенное время сразу выбрать, да. И это неудобно, потому что мы не знаем, сколько мы времени там будем. Может, мы за 10 минут справимся, а может, нам нужно будет 2 часа там сидеть. Да, если, допустим, мы быстро все сделали, я на приложение нажимаю «Остановить», и нас берут там ровно 10 минут. Да, и, ну, намного то есть не нужно платить. А раньше мы платили, допустим, мы думаем, ну, там, примерно, мы будем 2 часа. Мы закидываем за 2 часа, платим, а потом, на самом деле, за полчаса все управились. Получается, 1.5 часа мы переплатили. Да, так что вот такие... И также можно продлевать. Максимально можно 2 часа всего купить. Угу. А с приложения можно хоть на весь день. Это тоже большой плюс. Все, ну, в смысле, допустим... Да, два... меня онемела рука. Онемела? Да. Допустим, 2 часа, ты должен через 2 часа прийти и продлить. Да, если через автомат. Да, если, ну, если вручную, короче. Да. И это неудобно. Я не знаю, зачем они. Я не знаю, зачем они сделали так. Короче, мы идем вот здесь, здание. Администрация города. Барселона. Ты уже рассказал, да, насчет штрафа? Да. Что нам второй штраф пришел. Ой, а что там люди стоят? Ну там всегда много людей. Это администрация города Барселоны. Сейчас тут будет жесть. Я в прошлый раз был, там было очень много людей. Прикольно, что они здесь сделали в таком. Да. Не прям в центре, а на крайне. Это очень удобно, кстати. Да, тут на море, недалеко от Порт-Олимпик. Точнее, да. Тоже... Банк рядом. Ой, тут есть банк. Да, я же тебе говорил, что здесь банк рядом есть. Да, нам как раз туда надо. Все, ладно, пошли. Хотя подождите. Я сниму, сколько там людей. Вот она, Hacienda. Там сюда? Да. А, ну, кстати, немного людей. Всем привет. Короче, все, мы переписали штраф на нашего крутого владельца. Я не знаю, что у него за ветер в голове. За неделю после того, как он купил машину, он уже два штрафа получил. Таких крупных. Один на 400 евро, вы уже о нем знаете, и этот на 100 евро. Тут он себя, конечно, наверное, сдержал и не летел уже так быстро. Но в любом случае, приятного мало. И мы еще ответ за 400 евро за штраф не получили, поэтому мы не знаем, кто кому придется платить, потому что у меня как бы контракт есть, но я не знаю. Но мы надеемся на лучшее, что справедливо все-таки будет, все-таки не мы ехали просто в этой машине. В следующий раз нужно сразу переоформлять машину, не полагаться на людей. Это вот, точно. Вот доверяешь людям, они вот такие вот тебе собаки подкладывают. Ладно, мы сейчас едем, кстати, нужно остановить. Парковку? Ага, мы всего были 20 минут. Ну вот. Что там вообще шутка? Аж противно. Мы сели кушать.
Мы пришли в пиццерию, но она была закрыта, видать, еще рано до обеда. Да, но просто эту пиццерию очень посоветовали, мы хотели кушать там, но... там на печи готовят. Да, печь стоит такая большая. Нет. Потом мы зашли в другое, в Сан-Томасо называется, святое тесто, и взяли бутерброды. Я взяла себе маленький с рыбой и с маскарпоне. Да, у меня еще поменьше. Да, взяли кофеек и сейчас будем трапезничать. Ну, кстати, цветы, представляете, стоят живые. Только не завяли уже. Да, все тут, все цветочки живые стоят. Искусственные вообще нет. Очень, кстати, классно. Мы уже, кстати, в Сабаделе. Мы же не снимали. Да, мы приехали в Сабадель. Нам тут в банк нужно было съездить, дела порешать. Да. Ладно, всем приятного аппетита. В общем, ребят, день у нас сегодня прошел очень продуктивно, мы много планов успели сделать, и сейчас собираемся идти в спортзал, мы уже переоделись, уже что готовы. Что надо взять с собой? Только полотенце? Воду и полотенце. Я беру воду, полотенце, я даже сумку с собой не беру. Вода, полотенце, музыка с наушниками, и все, я готова бегать. Я сегодня буду много бегать, так что побежали. Занимались, так, ты в темноте. Я же гений, снимаю против света. Как хорошо, живется на свете. Ой, отлично, позанимались. Красно. Мне немного руки трусятся. У меня ноги, я сегодня так дала этим ногам этот... Нагрузочку? Да, нагрузку. И я еще думала, у меня грудь будет болеть, потому что я сегодня делала упражнение для груди. Вообще жесть, я думаю, завтра я не смогу вообще ничего делать. Да не, чё, я думаю, нормально. Нормально будет? Я думаю, не должно болеть ничего. Ну, надеюсь. Я тоже надеюсь. Что? Всё, едем домой. Едем, поедем. Поехали. Поступление делается. Ой, ладно. Ты где? Я тебя потерял. Тут-то я. Тут-то? Сядешь? Да. Подержать дверку. Сажусь. Кстати, машину мы все проверили, все нормально. Все чики-пуки. Везти мы ее ни на какую проверку не повезем, потому что я даже не знаю, есть ли у нас тут такие. Ой, ладно. Все. Поехали. Мы поехали. About your lovers, how many rum and coke you had before you got to fill her up? Oh, oh, oh. Let's go! And I don't wanna hear about your crew. There's much more important stuff for everyone to listen to. Oh, oh, oh. Let's go! Turn back, time, do it over again. Just turn back, time, do it over again. We need to turn back, time, do it over again. I know you know, you know, I know.
У нас чистота и порядок. Мы до сих пор не искупались, но будем сейчас кушать, а потом уже будем принимать. Да, дело в том, что, блин, зачем толку купаться, пока убираешься, да. Опять потеешь. Да. Вот поэтому мы решили сделать и сейчас покушаем. Катюша, тут у нас уже ужин. Да, я приготовила лососевый суп. Подъехал. Суп? Да. А что у нас сумма так сыр? Зай, потому что в уху там что-то идет, какая-то крупа. Какая крупа? Да. Ну, не. Вообще не важно. Уха это бульон, нет? Рыбий. И хлебушек у нас тоже да? Готов. У нас... Жалко, мы не засняли, как у нас было до. Но, блин, я все-таки жалею, что мы не засняли. У нас дело в том, что очень много вещей раскидано по всей комнате. И была жесть. Мы быстренько все убрали. И опять чистота и красота. Да? Да, да. Ладно, всем приятного аппетита. Мы сейчас будем кушать. Мы голодные, по-моему, там сидит, что-то ждет. Что ты ждешь? У тебя еда стоит. Она ждет, когда мы тоже сидим кушать, и она чтобы тоже, тоже поесть. Ребят, у нас Ваня сейчас купается, я уже покупалась. И тут рядышком с Пусянечкой, это хочется упасть. Она такая ласточка. Ты ласточка? Пумочка тебя снимает камера. Улыбайся. Улыбайся, не мурчи, а улыбайся. Она мурлычет. Наша Китя мурлычет. Ой. Ну, не уходи. А, ты не уходишь? Не уходишь? Будем тебя гладить. Вот так. Вот так. Вот так, сейчас я жду. Ой, жду, когда Ваня выйдет с ванной, и мы будем пить чай вкусный. Пуся, мы будем пить вкусный чай, да? Будем пить вкусный чай? Че ты меня облизываешь? Я так долго в ванной лежала, что у меня... У! Ой, что у меня этот, полопалась кожа. Лак отошел, кстати, гель-лак. Сейчас я подниму голову. Опа. У меня, кстати, гель-лак отвалился буквально через 3 дня. Вот, поэтому сейчас у меня на ногтях обычный лак, и то он уже слез. И плюс сегодня уборочку делали, в общем, надо будет поменять, перекрасить. Вот, сейчас жду, когда выведется кусочек с GoPro. И, в общем, у нас 12 часов ночи, но уже очень хочется спать. Вот, потому что рано встали, и завтра мы тоже рано встаем. В общем, как-то так. Вот. Я хочу чаек. Жду, когда Ваня выйдет. А вот и наш чай готов. И также мы сейчас с Ваней будем смотреть фильм «Супермен против кого, Зай?» Супермен против Бэтмена. Ну да, в общем, этот фильм мы сейчас будем смотреть. И мы будем пить чай, смотреть фильм. И хотим сказать всем спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну, спокойной ночи. Хорошего дня. Дай мне майку надеть. Не дам. Ну дай мне майку. Надевай майку, Пума тут гоцает. Ты чё тут клацаешь? У тебя новая веревочка? Была красненькая, сейчас стала золотая. Ова. Я человек. Все, человек. Давай пить чай и всем говорить. Всем пока. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень.